Уникальная акция для жителей СНГ. Месяц подписки на UFC Fight Pass всего за $1. Впереди крутейшие турниры, поэтому не упусти этот шанс. Для России также доступна годовая подписка по сниженной цене. Подробности в описании. Ladies and gentlemen, referee Mark Otter's called a stop to this contest at 2 minutes, 4 seconds of the very first round. Declare the winner by submission due to a guillotine choke and no! UFC heavyweight undisputed champion of the world, Johnny! Джон Джонс, теперь не осталось никаких сомнений. Теперь ты точно величайший всех времен, это вписано в историю. Ты чемпион тяжелого дивизиона с возвращением. О, это здорово. Скажи, каково это? Мы 3 года тебя не видели. И вот ты вернулся и одержал настолько доминантную победу. Джо, ты знаешь, прежде всего, как всегда, я должен поблагодарить своего Господа Спасителя, Иисуса Христа. Иисус Христос! Без Него я бы всего этого не добился. И вот что я скажу, все, кто молился за меня, я чувствовал вас всю неделю. И я говорю спасибо каждому, кто молился за меня. Слушай, я... невероятно рад. Я работал ради этого момента очень долго. Знаешь, и многие люди думали, что я вообще не вернусь. Я это повсюду видел. Этот чувак не вернется. Но я оставался. Я был верен своей цели. Я был верен своей миссии. Были дни, когда я не хотел тренироваться. Но я преодолевал себя. И я хочу поблагодарить свою семью. Спасибо моей прекрасной невесте Джесси. За то, что она моя главная поддержка. Я тебя очень люблю. Ты моя главная поддержка. Спасибо моим тренировочным партнерам. Морису Грину, Ромо, Дуайту. Всем вам, ребят, всем, кто мне помогал. Энрике. Я люблю вас, ребят, мои первые сокомандники. Я очень вас люблю. Спасибо тренерам, которые здесь. Грегу Джексону, Брэндону Гибсону, Роберто Алакару. Спасибо... тренеру Эрону Сариану, тренеру Алексу Ксавьеру. У меня одна из лучших команд. И я действительно продукт мужчин и женщин моей жизни. Кстати, у моей прекрасной дочки день рождения сегодня. Оливия Хейвен Джонс, с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 10. Моя прекрасная семья, мои прекрасные дети, я вас очень сильно люблю. Джон, в преддверии этого поединка ты говорил, что, по-твоему, это мисс-матч, и что ты просто переедешь его. Именно это ты и сделал. Удивило ли тебя что-то, или именно так ты все представлял? Ты знаешь, я был твердо убежден, что если я переведу его на землю, то бой пойдет в моей стихии. Я боролся с 12 лет, и я чувствовал себя сильнее и комфортнее, особенно на земле, чем когда-либо. В кикбоксинге ты не знаешь, чего ждать. Одно неправильное движение, и все. Я пытался прочувствовать его, и не очень хорошо чувствовал себя в стойке. Давно не бился. Но когда я смог сблизиться с ним, я понял, что там мне максимально комфортно, и там я смогу его контролировать. Ты не понес никакого урона в этом поединке. И даже перед боем шли активные разговоры, что ты, возможно, будешь биться в международную неделю боев в июле и, скорее всего, против бывшего чемпиона Стипе Миочича. Что скажешь про этот бой? О, да, детка. Хотите посмотреть, как я бью Стипе? Одно я точно знаю про UFC. Мы всегда даем людям то, чего они хотят. Стипе Миочич, надеюсь, ты тренируешься, приятель. Ты величайший тяжеловес всех времен. И этого я и хочу. Я хочу биться с тобой очень сильно. Ну что ж, Джон, было честью увидеть, как ты стал самым молодым чемпионом в истории UFC. Было честью увидеть, как ты стал чемпионом тяжелого веса. И ждем твоих следующих боев. С возвращением и поздравляем с тем, что ты выполнил свою цель. И напоследок. Гоут величайший всех времен, леди и джентльмены, Джон Джонс.